так, назад, понял, понял, линия, понял. Опасный момент. Штурман направляет. Идем, идем. Молодец. Набирает скорость. Пошел по бревнышко. Красавец. Зритель отстает. Ну что, или отплавает наша Чебураха? Внимание, зрители! Итак, у нас... Пошел, молодец! И Чебураху! Немножко сбивает, подкачивает. Отойдите от трассы. Штурман поправляет бревно в город. Заглох немножко движок, но есть наши Чебураху. Привет! Месит, месит он грязьку нашу, тольяттинскую. Антон Шумяков делает еще один заход. Не проваливается. Аплодируем Антону, а ты проходит на трассе. Папа сейчас подтвердил это. Ждем, ждем. Пошла Чебураха. Опасная яма. Вот. Оп, молодец. Отстань от меня. Не мешай мне работать. Итак, от следующего. Организаторы убедительно просят зрителей отойти от проезда. Внимание, родители и дети, уберите, пожалуйста, детей с трассы. Очень сложный момент. Бревнышки. Поехали. Он обваливает нас. Оп, молодец, проходит, оставляет бревнышко, проносим его немножко. Итак, набираем скорость и проходит трассу.
преодолевают непростую, очень далеко непростую трассу нашей дислокации. А я напомню то, что главный информационный партнер компании «Автосреда». «Автосреда» – это еженедельная городская газета для водителей и пешеходов. «Автосреда» – телефонная круглосуточная автомобильная справка Тольятти. «Автосреда» – организатор автошоу, автопробегов и автопарадов. «Автосреда» – мощный интернет-портал для автомобилистов. Звони 42 12 12, смотри автосреда.ру. Генеральный медиапартнер Авторадио Тольятти вещает для жителей города уже 10 лет. Первое автомобильное радио слушает ежедневно более 120 тысяч тольяттинцев, объявляется заслуженным лидером на рынке радио. Авторадио – это социально ориентированная радиостанция, работающая на пользу всем жителям города и в первую очередь тем, кто за рулем. Работа службы информации Авторадио первые 20 самых активных СМИ самых городов. Жить и работать вместе с городом и для жителей города. Вот здесь Авторадио Тольятти. На базе СТО по ремонту внедорожников. За 5,5 лет существования клуба было организовано и проведено 4 ежегодных и 3 сезонных спортивных мероприятий для внедорожников ежегодно. В этом году концертный автошоу «Турбина» подготовили тому, что огромное для внедорожников. Мы всегда работаем с нашим друзьям на наших мероприятиях. Там блокируешь дифференциалы производства тольяттинской компании «Вал Рейсинг». Начал свою деятельность из фирмы руководствуется принципом безупречного качества. Это самые традиции. Не все, что предлагаем этой стиле. Отойди оттуда! На что-то ведь спонсор компании «Мегафон», партнер нашего мероприятия. Крупнейшее универсальное бренд связи компании «Мегафон». А я напомню то, что номер участника 6 УАЗ Чебураха, водитель Шеликов Антон, штурман Рамишин Константин. Дармадечин Алексей. Thank you.
один может использовать потенциал трех колес. Просто... Водитель достает там крат. Они применяют хайджек и готовы с помощью него вытащить свой автомобиль из этого коварного места. Очень опасный момент. Мы попросим зрителей отойти на 15 метров от автомобиля. Возможен порыв трос. Да, этот свист тормозов был сделан с УАЗиком. У нас ограниченный тайминг. А это себе дорожку. Немножко поднимаем хайджек. Опа, слетел хайджек. Ну ничего страшного. Это для них настоящее соревнование.